Привет рабочему классу. Иди сюда, красавела. А? Прорабуш. Сказали, ты вообще самый классный кот на свете. Он красавчик. Он вообще капитальный красавчик. Где твои янтарные или изумрудные янтарные? Подожди, ты куда пошел? Забирай его скорее. Мяту будет он кушать? Позвони, кому мята нужна, скажи. Давай отдадим, срежем. И все, пусть новая растет. Видите, как отросла. Прям. На охоту? Он недавно, кстати, двух воробьев поймал. Бря. Пошел. Шкребет. В плане этого он перестал дома когтями мебель, диваны, что-то там тканевое. Молодец, он вообще не дерет. Ну, после короткого разговора он все понимает. Чистота, как говорится, залог здоровья. Все верно, сейчас опять скажут. Ай, Верест, когда же ты его уберешь? Друзья, ну, не все так сразу. Вот, я уже объяснял, для чего он здесь. Вот, почему он здесь. Да, когда он освободится, конечно, здесь и место освободится. Да и мне его нужно будет освобождать, потому что ленточный фундамент нужно будет заливать. Да, и у меня скоро вопрос стоит. Я буду вешать желоба. Помните эти два ряда кирпичей? Вот. Ой, как бы вам показать, солнце в глаза просто светит. И я не вижу, что там через камеру у нас передается. Ну, в общем, крепеж у нас будет на вот эти два ряда кирпичей. Соответственно, нам нужно будет наш шифер подрезать, потому что он сильно у нас выступает. Думал панелями вот это все закрыть. Кто-то говорил, набей сюда, прикрутить доску, вот, и к ней уже будешь спокойно крутить. А потом думаю, а что мне вот это заморачиваться, да, доску потом панелями какими-то зашивать. Тут практически желоба все закроет. Не проще ли мне вот это просто кирпичи покрасить в темно-коричневый цвет, вот, чтобы не было вот этого броского белого, и уже пойдут наши шоколадные красивые желоба. Я думаю, прям будет классно и заметно это вообще практически не будет. Но опять же, когда общая картина, там, ну, мало что заметно. Так, как все заметили, мульча у меня пошла по назначению. Да, все правильно. Ой, так хорошо. Она мелкая. Вот под наши сладкие перцы. Все, я замульчировал. Вот так здесь положил. Классненько. Все, конечно, этого мало. Голову посетила такая идея сумасшедшая. Сейчас о ней расскажу. Вот, а так нормально. Перчики, смотрите, вчера какие были, уже сегодня нормальные. Вчера я все обработал от гусеницы аппаратом, сразу показываю фитоверу, потому что многие спрашивают, что за препарат, чем обрабатывал. Ну, соответственно, урожай собрал. Спасибо за ваши комментарии, написали, классный урожай, молодец. Спасибо от всей души, вам того же желаю. Вот, поэтому обработку сделал, ну, посмотрим как. Договорил, я каждый год беру 20 сантиметров 30 грунта убираю, потом ложу туда палки, ветки, все это потом хорошим грунтом засыпаю, и получается классно. Здесь у нас глина, 40 сантиметров грунта отсюда убираем. Тюки соломы есть, прям представьте, цельные тюки, вот так все уложить полностью и потом сверху грунтом засыпать. И вот это будет, представьте, что за удобрение мощное. Если честно, я прям видел, как в тюки соломы ставят в теплице, и в эти тюки сажают, а вот те же огурцы и прочее. Вот, ну, буквально там немного выбирают место, насыпают грунта, вот, и сажают, соответственно, поливают тюк, держит в себе влагу, вот, ну, и отдает, наверное, свои микроэлементы. Поэтому этого, конечно, вообще будет, наверное, пушка. Представьте, когда это все перегнет, здесь земля будет просто воздушная такая. Ну и так просто, знаете, что-то в голову мысль какая-то забрела. Что у нас в нашей мастерской? Вот. Ой, как всем понравились окна. Вообще просто все сказали, как они сюда вписались. Четенько вообще. Друзья, я ничего не вымерял. Ей-богу, ничего не этого. Вот, вот так получилось, что вот 4 окна уместилось у нас сюда. О, забыл те окна показать. Ладно, сейчас. Поэтому они вот так вошли. Вот. Чем сейчас займемся? Займемся все стандартно, мы будем продолжать делать нашу мастерскую. И нас ждут передние окна. 4 здесь будет побольше окна. А вот под них нам нужно будет сейчас сварить металлопрофиль. Все разметить. У нас, кстати, осталось немного. 4 6-метровых. Вот.
широких. 4 на 2, по-моему, профиль. И там уже двойка идет. В общем, здесь надо одну сейчас сварить, один металлопрофиль сварить. Вот, и куда будем устанавливать наши окна. Окна я уже ношу. Вот, какие мы будем ставить, выбрал более-менее. Ну и, соответственно, потом уже мы будем думать, что дальше. Потому что дополнительно вниз я еще хочу поставить одно, возможно, два окна. Каких, сейчас я покажу, ну, которые в краске. Я их еще не оттер, но я думаю, ацетончиком отойдет. Я знаю, мощный ацетон, растворитель, но он очень мощный, но очень вредный. Нужно работать в маске. Этилацетат, по-моему, если я не ошибаюсь, он просто все убирает. Вот они, наши окна, наши герои. Они хорошие. Вот, если не смотрите, краска, видите, один слой. Само окно, смотрите, какое. А? Классно. Это мы все покрасим. Все мы сделаем. И был маленький вопрос, сейчас сразу на него отвечу. Ты поставил окна неправильно, штапиками нужно ставить наружу. Сейчас я вам вкратце их поясню. Штапики снаружи можно снять, аккуратненько стекло без звука снять и залезть. Понимаете, да? Вот в чем смысл. Поэтому я тут все продумал. Не надо. Не, ну тем более там еще у нас плюс будет стоять камера в любом случае. Потому что мастерская, это мастерской, там будет стоять оборудование, инструменты, это все стоит денежек. В общем, вот такие будут окна. Вот эти сопельки мы уберем, всякие навесики, которые были. Все мы потом почистим. Когда они уже будут установлены, там мы их на месте и покрасим. Я думаю, там труда никакого не составит. Поэтому вот эти 4 широких классных окна. Если честно, я долго мыслю, что поставить. Вот выбирал. Пропадем. Все-таки остановился на них. Ну, хотя у меня там еще был выбор окон, да? Чего ты, пойдем. Пошли работать. Пойдем. Когда я, да мы с тобой, да? Та-ти-ра-та. На-на-на-на. Так, все, да? Иди. Увидел там своих воробьев. Много вопросов еще по мастерской. В процессе я постараюсь все ответить. И насчет утепления и прочего. Возможно, кому-то будет интересно. Это вот, услышите мою мысль. Я на это все смотрю. Поэтому все, друзья, хватит болтать. Погнали уже работать. Да, оставайтесь с нами. С нами, как всегда, интересно. Вам приятных просмотров. Да, и будьте здоровы.
It's like the world turned its back on us, and now we can't tell if it's heaven or hell. It's like knowing all the answers. Oh, I'm sorry, but you never can tell. All the lovers we were diving for two deep, different colors that we had to put to sleep. All the lovers hope that we could break the spell. Та-та, а тарушечки, а тари-та-та. Красота. Но задние, конечно, стекла лучше смотрятся, потому что эти уже такие немного потрепанные, отшелушенные. Вот, ну, я говорил, мы их обязательно покрасим. Обязательно. Вот. Мы их зачистим. А вот, покрасим все там сверху тоже мы зашьем, чтобы все было чики-пуки. Так, ну что? Вот так у нас это все дело получилось. К сторон остался небольшой промежуток сантиметров по 7-8. Вот как вы видите. Просто думал все равно более-менее симметрично сделать, если бы я все в один угол сдвинул бы. А вот, ну, понимаешь, что как бы можно было, да, не заморачиваться, закрывать с двух сторон, но, не знаю, мне показалось, так будет лучше. Вот все вам покажем. Вот пена уже схватилась от души. Хорошо прям, вот здесь вот видите, вставочку нужно будет сделать, закрыть. Но тут проблем, я же говорю, нет, мы когда внутреннюю стенку утеплим, вот, и здесь тоже мы все зашьем, и соответственно спереди мы тоже это как-нибудь, наверное, знаете, возможно, либо фанерой, да, можно будет зашить вот так вровень, только здесь вентиляцию сделать, все-таки все равно тут как бы, мне кажется, должна быть вентиляция, ну и чтобы птицы не лезли. И покрасим все в белый цвет. Вот единый, да, вот сверху у нас белый можно будет сделать. Ну, либо коричневый, мы посмотрим, в общем, как у нас получится. Вот, что мы со всем этим сделаем. Здесь вот так два рисунка я соединил, этих окна по краям обычно пустил. Вот, нормально. Нормально, хорошо. Отсюда мы можем посмотреть вот так. Единственное, знаете, в чем? Сейчас кто-то начнет опять спрашивать, а почему двойные не сделал? Потому что мы не рассчитали. Сейчас бы как бы засвечивать. Потому что мы не рассчитали ширину вот этих пролетов. Вот, мы же вообще изначально вот эти перемычки, вот эти трубы, которые мы приваривали, они же вот это расстояние сверху вниз, вот сейчас где они установлены, не было рассчитано, что там будут окна. Это просто была конструкция, мы это все усиливали. Вот, еще раз говорю, это все изначально строилось. Сейчас, если вдруг кому будет непонятно, просто мы хотели сделать здесь навес.
Вот, и перенести все с гаража сюда, на эти плиты. Но в последнюю очередь вот мы решили, что здесь будет мастерская. Но это уже было все приварено. Это конструкция. Вот, поэтому ширина, видите, труб разная. И окно, где заканчивается, видите, на трубе. Я и не хотел их сюда сдвигать. Вот, тогда бы трубу видно было через окно. Ну, не совсем это тоже вид. И, соответственно, между стеклами, между окнами, тогда было бы расстояние. Было бы расстояние, был бы пролет. Ну, можно было, если честно, помудрить. Но во все пролеты окна бы залезли. Где-то там чуть было меньше, где-то больше. Но здесь, к примеру, окно зашло бы. Здесь зашло бы. Вот. Там бы, не знаю, там... Вот здесь уже подрезать надо. И разное было бы расстояние между окон. И, честно, это бы... Я, опять же, понимаю, что это мастерская, но она находится рядом с нашим домом. А мы хотели бы сделать это все в едином стиле. И чтобы это более-менее было ровненько. Да? Вот как здесь задние окошки. Посмотрите, как они классно вписались. Все прекрасно. Вот. Также и сверху. Поэтому здесь тоже будут одинарные окна. Вот, не двойные. Я думаю, будет все нормально. Опять же, нам тут не семьей же жить. Здесь работать. Когда я работаю, то я, да, я горячий парень. Вот, нам отопление, как говорится, не нужно. Вот, поэтому вот как-то так. Конечно, это мы все покрасим. Все это мы оформим вот в наших цветах. И все у нас будет хорошо. Все будет просто даже замечательно. Все будет супер, отлично. Надо будет здесь сейчас немного порядочек навести. Вот сегодня мои помощники мне помогали. Пришли еще ко мне новые наши помощники. Вот это у нас Пентборд. Вот я уже с ним знаком. Да и вы знакомы. Многие из вас смотрят нас. И у меня от этого бренда есть уже моя прекрасная пила. Вот я ей полностью доволен. Прекрасно пилит. Отлично, вообще здорово. Классно, смотрите за инструментом, вот, и он будет вам долго служить, на самом деле. Не, по борту вообще вопросов, честно, никаких нет, я уже говорил, чего стоит только мой один миксер, вот, которым я делал замес и заливал все. Отпахал, он молодец, он отработал свое с головой, вообще. Вот, и сегодня к нам дополнением пришли вот такие классные помощники. Это шлифовальная машинка. Диски с наждачкой, на нее крепится 125, мощность у нас 450 ватт. И что здесь классное, регулировка оборотов у нас есть. У нас есть ручка, вот, которая меняется в разные положения, чтобы было нам удобно. Соответственно, наш пылесборник, что немаловажно. И наш главный зверюга, вот, это наш электрорубанок. Вот с такой специальной станиной, вот, которая ставится. И можно использовать в плане такого стационарного станка. Сейчас я вам это покажу, как это работает, потому что мне очень будет самому интересно. Характеристики у нас я вам скажу. Мощность 1300 ватт, 16 тысяч оборотов в минуту. Это обалденные обороты. Он прям должен рвать и метать. Молодца. Ширина обработки 110 мм. Неплохо, я вам скажу. Глубина обработки 0-3,5 мм. Выбор, я так понял, фаски, как вы видите, 7 мм. Вес 7,6 кг. Вот, ну... Он красавела вообще, он прям по сборочке, если честно, вообще вопросов нет. Станина одна, да, алюминиевая, чего стоит. Классно все подогнано. Эта подставка, прям мне хочется попробовать. А что хочется, сейчас прямо попробуем. Я уже доску одну нашел. Мы сейчас на электрорубанке пройдемся. Вот, ну и посмотрим, как шлифмашинка работает. Да я думаю, все будет классно, потому что, честно, в этом бренде я не сомневаюсь. Но все же, маленький, говорится, тест-драйв, посмотрим. Вот, и мы продолжим, я вам расскажу про наши планы, про нашу работу. Вот, ну и соответственно, продолжим работать. Поэтому... Погнали, смотрим.
Кайфный вообще электрорубанок, если честно, я не ожидал от него. Он вообще мощный, мощный, прям вообще хавает все подряд. Посмотрите, как снимает, а? Исключительно вообще, просто здорово. Вот смотрите, десятку доску вот за глаза. Поставить ограничитель на крайняк на одну сторону, вот, и все, чтобы доска наша не слетела. А так вообще идеально. Вот смотрите, если снять так из боков, очень мне понравилось. Ну, мощи у него хватает, вот что-что, мощности прям за глаза. Единственное, конечно, это маленький мешок, быстро набирается. Вот, ну, сюда лучше всего подключать улавливающую систему, к сбору мусора, к своей системе подключать, либо строительный пылесос, вот, ну, либо просто тупо взять побольше мешок сюда, прям конкретный мешок подсоединить, вот, и вообще будет тогда нормально. Регулируется у нас, соответственно, нож, сколько нам снимать, вот, своей настройкой, очень легко. Ножи классные, которые идут в комплекте, между прочим, прям вообще мне понравились. Ну, соответственно, если вам хочется поменять, запросто можно поставить другие ножи, вот. Ну и с этими ножами снимает вообще просто отлично, я бы даже сказал, шикарно. Потом мы это все доведем шлифмашиночкой нашей. Вот шлифмашинка мне тоже безумно понравилась, здесь тоже хватает мощности с головой, есть регулировка оборотов, удобная ручка держать, да, которая имеет свои наклоны, вот, можно отрегулировать так, как вам удобно, и вообще в руке прекрасно лежит, здесь прорезиновая ручка, вот, никуда он не улетает, спокойненько работает. И вот ему мешочка, конечно, этого хватит, чтобы улавливать пыль. Вот так вообще в целом, честно, им доволен, мне кажется, мощности будет хватать. Единственное, нужно будет приноровиться к наждачке по зернистости, чтобы наша доска была гладенькая. Но и так уже все, никаких заусенцев нету. Да даже после вот этого рубаночка уже можно, как говорится, вещи использовать в готовом виде. А этот бренд только радует, на самом деле. Если кому интересно, ссылочку я на этих чудо-помощников оставлю. Рекомендую, берите, не пожалеете. Здоровски. В общем, внизу в описании смотрите. Надеюсь, и у вас появятся вот такие классные, крутые помощники, которые облегчат вот вашу жизнь. Мы погнали. Давайте дальше продолжим. Сейчас мы будем наводить порядки и чуток расскажу по инструменту. На самом деле инструмента много не бывает, друзья. Чтобы забить мастерской инструментом, нужно на самом деле прилично потратиться. Это мы даже не говорим за какой-то профессиональный инструмент. А вот, ну, я вам так скажу, хорошая мастерская, наверное, стоит как, ой, да не знаю, как дом, наверное. Но опять же, смотря какие станки. Тихонечку, пока есть возможность, мы это все приобретаем, вот, чтобы потом нам наши помощники помогали в наших делах. Так что все, погнали. Что, как говорится, порядок в голове, порядок во всем. Вот. Немного чуток убрались мы, уже хорошо, лишний мусор убрали, кое-что вынесли. Конечно же, жалко инструмент, он вот так, ну как жалко, да?
руки чешутся, чтобы это все разложить по полочкам. Все это, конечно, маленькая часть нашего инструмента, который нам помогает. Вот, и я этому безумно рад, потому что без них, если честно, я просто не представляю, как вообще работать. Я уже говорил, просто взять один шуруповерт, чего это стоит, это вообще, кто это придумал, это вообще гений. Мы не будем перечислять, что у нас есть, чего у нас нету, потому что это вот так все в стопочках, в кучках, там где-то под навесом лежит. Когда мы это все устроим, все разложим, вот тогда уже мы, возможно, проведем экскурсию и все покажем. И вот сейчас немного жалею, знаете о чем, что мастерскую я не расширю полностью, на все плиты не вынес, да? Это еще у нас мастерская получается 4,20, вот еще бы добавилось на 1,50 м, и того бы она у нас была 5,70, неплохо, да? Вот уже бы, конечно же, было намного больше, если честно, ну не думал, ведь все в последний момент пришло. Все же хочется, чтобы все было максимально удобно, комфортно. Я думаю, пока спереди не зашивать, мы вот это все отсюда вынесем, и надо будет, наверное, стяжку забить, стяжку черновую, и уже полы и отопление тоже определиться, потому что в дверь это все не проносить, пока здесь открыто, не так жарко работать, вот, все это залить, а потом все это аккуратненько зашить, и вообще будет нормально. Я уже дома, села батарейка, вот, и это хорошо. Потому что дома хорошо работает кондиционер. Красава, красава, да? Красавела ты наш. Ну, конечно же, хорошо, когда есть проект, вот, у тебя все готово, ты знаешь, где что будет, как, что нужно. Вот, мы все по ходу дела, мы все соображаем, узнаем, делаем, переделываем. Вот, потому что с этим я никогда не сталкивался, у меня никогда не было мастерской своей. Вот, у меня никогда не было там какого-то покрасочного, пускай маленького цеха. Я, если честно, я представляю примерно, как это выглядит, и владею информацией, но как здесь это все применить, как бы вот с этим есть определенные маленькие, ну, возможно, трудности, мы не будем о них говорить, потому что, когда есть, я же говорю, сильное желание, эти трудности мы не замечаем. Я, скорее всего, завтра утром поеду на комиссию дальше и, соответственно, не смогу снимать, поэтому этот день бы настал. И вчера как бы у Натальи вышло видео, поэтому я говорю, давай я сегодня не буду выпускать, ты выпускай, вот, чтобы нашим дорогим подписчикам, зрителям не было скучно. Весь день они не грустили, посмотрели видео, поэтому кто еще не видел видео Натальи на канале «Домик озера», друзья, ссылочка внизу, как всегда, в описании, переходите, поддержите этого прекрасного человека. От всей души еще раз я вам хочу сказать громадное спасибо, мои дорогие, спасибо вам громадное. Еще раз я убеждаю, что у меня самые капитальные, да, красавчики, у нас самые лучшие подписчики, лучшие зрители, потому что вы реально красавчики. От всей души спасибо громадное, прям вот вообще от чистого сердца. Вот, ну, очень приятно вот мне было увидеть, что столько людей откликнулись. Друзья, мы на этом хорошем, прекрасном будем заканчивать. Вот, сегодня было как-то так. Надеюсь, ролик вам понравился, как и всегда. Вот, ну, а если он вам понравился, то, конечно же, поставьте свой лайк, напишите какой-нибудь хороший комментарий. Ну и не забывайте, конечно же, про подписку. А напоследок мы вам пожелаем всего самого хорошего. Конечно же, это крепкого здоровья, мои дорогие. Счастья вам, мира, любви, да, и пусть, как всегда, у вас все будет хорошо. Ну, а мы надолго не прощаемся. Скоро мы с вами обязательно, да, увидимся. Скажи пока-пока. Пока. Да-да. Скажи берегите себя. А скажи спасибо. Ай, моя умница. Все, друзья, счастливо, скоро увидимся. Your fragile mind, 'cause I'll be dancing on my own tonight. Remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away? But now you're gone, I let you pass by. No, I've said so many things that hurtful. I was wrong, the words I spoke, I've been saying many things that hurtful.